друзья, всем привет! Виталик загружен, машина греется. Здесь наложено всякой ерунды. Ящики. И что самое неудобное, сзади. Поломали палету, продавили, смотрите, ее вилами. Грудил дед, проломал и такой руками развел, говорит, ну вот так вот, больше не могу. Я говорю, ладно, тут 4 ремня на этом, ни одном ящике, он легкий. Просто, чтобы не улетело тарпом, все закрыто, все завернуто. Едем в Вайоминг выгружаться. И осталось всего ехать там 2-3 мили буквально. Сейчас уже будем выгружаться, и вы все увидите, что внутри. Ну а как это было, какие дороги, какие пейзажи, вы сейчас увидите. Все было очень красиво. Ветер был, нигде не останавливался практически, так только по необходимости заправиться, в туалет сходить и все. А чтобы где-то летать, не было возможности на самом деле. Но это все поправится. Вот такие дела. Груз легкий, расход 8,8. Так что все, сейчас вот машинка уже погрелась, сейчас уже выезжаем выгружаться. Я на заправке, на пайлоте, сходил в душ. Хоть он тут и такой древний, надо брать эти ключ, очередь электронная не работает. И душ находится в туалете, то есть 3 в мужском и 1 в женском душе. Вот и все. И ты вот так идешь в туалет, через туалет заходишь. Там такие маленькие душевые кабинки. Старенький душ. Ну а здесь парковка практически всегда есть. Это город Жилет. Когда я приезжаю на Пало, тут всегда есть. А там Walmart есть недалеко. Я там был вчера, ходил, немножко продуктов купил. Я выгрузился, все сложил. Забрал свою стропу, которую здесь оставлял. Они прикалывались, нет, это наша. Раз ты ее привязал, она уже наша. Я говорю, нет, давайте. Приподняли, вытянули, забрали. Все привязал, эти камни смел. Но, зараза, так как здесь на этом прицепе канавки, то они вот проваливались. Там, здесь, везде засыпались. Ерунда. Прицеп мне из-за этого не нравится, все засыпается вовнутрь. Вот. Так, все нормально. Сейчас пока что диспетчер смотрит, куда едем дальше. Потому что это же Вайоминг. А на выходные там уже идут переговоры по поводу пчел. А пока что я жду свои документы. Потому что одну бумажку подписали. Я хочу, чтобы еще вторую подписали. И я уеду отсюда. Ну что, я уже приехал. Компания называется Dakota Panels. Какие-то будут панели, и нужно будет накрывать. Человек ушел, написал, что будет через 10 минут. Что еще интересного? Здесь вот аж на русском языке есть. Из-за политики и угроз безопасности водители не допускаются на прицеп во время пребывания на месте. То есть нельзя наступать на прицеп. Вот что я понял. Так, также здесь написано, что они не отвечает за то, чтобы у вас были полные баки, не баки. Если вам нужно, заправляйте заранее. Вот что бежит кто-то. А потом приезжайте обратно. Hello. Sorry about that. No, it's fine, no worries. My stomach wasn't feeling. No, it's fine. Человек в туалете был. Сейчас заедем вовнутрь, сейчас скажем себе ему сказать. Дали инструкцию. Сначала нужно взвеситься. Чтобы взвеситься, нужно ввести код. Видите? Нужно ввести код этот вот. 62, 23. И решетку нажать. Думает, но он должен записать. Вот. Мой вес. Опилки. Стружка даже. Это не опилки, а стружка. Деревянная стружка. Что, они ОСБ делают? Плиту? Или что-то похожее на ОСБ плиту? Сейчас узнаем. Тут есть Минарца. Это такой большой магазин по всей Америке, такой он в середине находится больше. Минардс. Верхние трейлера здесь стоят. Шервин. Это у нас краска. А этих я не знаю. Остальных. Ну, сейчас, наверное, 29-я дверь. 29-я дверь это не дока, а большая широкая ролета там.
скажет вовнутрь, буду заезжать вовнутрь. Под левое плечо, когда развернулся, удобно будет заезжать теперь. Заехал я уже в док. Куча всяких правил. Что мне самому не понравилось и что я попросил делать по-другому, это заторповаться снаружи, потому что у них правило, ты не можешь наступать на трейлер вообще ногами. Только они помогут как-то и то сами, наверное, спереди и сзади закрыть, а все остальное должен делать с земли. Я сказал, хорошо, могу ли я выехать за пределы и там сделать? Он говорит, да, конечно, подпиши только бумагу. Я сейчас только что подписал бумагу, что я понимаю, что груз надо накрыть, что груз будет накрыт. Я говорю, я вам фотки пришлю, не переживайте. Он говорит, не-не-не, только подпиши бумагу и все. И также он сказал, что груз будет где-то 45 тысяч. Это ДСП-шка, наверное, правильно будет. Двухстружечная плита. Вот, такая вот. Я не хочу там снимать, чтобы он видел. Он сказал, что их будет 3 пачки вверх. Говорит, ты хочешь перевязать? Я говорю, да, ты положи ровно по 2, я кину по одной стропе на каждую, а потом я больше привяжу уже. Говорит, да-да-да, я подожду, не переживай. Я говорю, если что, я говорю, у меня есть труба, я просуну и сделаю, как мне надо. Он такой, не-не-не, все нормально, я тебя подожду, не переживай. Ну и все, ждем, пока он загрузит. Сказал, будет 45 фитов занято на прицепе. Я говорю, у меня 53-ка. Говорит, да, я знаю. Говорю, полные баки. Так он говорит, да, окей, все правильно, молодец. Потом поедешь, взвесишься. Если будут какие-то перевесы по осям, приедешь, я сниму либо переделаю. Я говорю, все, это я услышал, понял. Поэтому сейчас буду просто ждать, не буду снимать. Тут куча правил. Вот там дядька заторповывается. Не знаю, там сняли, не сняли. У него сзади там такая ступенька. И вот у них, видите, там большой склад, много-много продукции. Я прям заехал в машину сюда. Поэтому надо сидеть в машине, он говорит, если чтобы я тебя видел. Я говорю, я окей, вот я спереди буду смотреть. Он такой, ну все, разобрались, показал, где центр. Сейчас он все сделает, и будем на улице все делать, потому что я не хочу. Это очень много времени уйдет, что нельзя это все с земли делать. Либо тут такая вот палочка есть с зацепами, уголок поднимать. Я говорю, нет, это слишком много времени, я лучше выйду и сделаю. 6 часов доставки, тут груз короткий, 550, наверное, с дедхедом, ну, то есть с пустыми милями. Поэтому я лучше это быстренько сделаю, накрою и уеду. И завтра уже выгружусь, потому что у меня времени еще много, еще целый день впереди. Поэтому все, ждем, пока нагрузит, и потом будем работать. Загрузился. Они говорят, точнее, я предложил, давайте я выйду за территорию, там буду заниматься своими делами. Говорит, пожалуйста, подписывай бумагу, выезжай куда хочешь. Я подписал бумагу, по одной стропе накинул, как он мне говорил. Ну, я думал, все в 3 положит, но нет. 40 тысяч весит груз, хотя он думал, что 45, и я думал, что будет 45, он так это шутил. Нет, не 45, 40, я взвесился. Сюда 29, туда 34 лежит. Вот. На проходной то же самое спросили, и все объяснил. Говорю, сейчас стану, все сделаем. Что я говорю, я буду ходить по деке, делать это намного быстрее. Я положу уголки пластик. Он говорит, о, зачем, не надо, не ложи, ты что? Ты можешь. Ну, это, короче, такие всякие истории. Но она погнется, если ее затянуть хорошо, можно пообламывать торцы. Не хочу. Торцы, края. Вот. А это, помните место, где я грузился металлоломом? Только там я стоял, грузился. Это вот в Рапид-Сити, я нахожусь сейчас в Рапид-Сити. Здесь такой, типа, как бизнес-парк, и вот производственно все здесь стоят. Поэтому такое. Вот, все, сейчас будем работать. Все это здесь поделаем. И поедем. 6 часов на доставку ехать. Едем в Аврору, в Колорадо, где я люблю заправляться хорошим топливом, как мне кажется, в Авроре, в Колорадо. Вот. Поэтому надо работать. Кто-то скажет, блин, так ты бы мог там одевать в прохладном месте, в ангаре, да, сейчас под солнцем, но какая разница, лучше это сделать быстрее, уехать и доставить, и вечером спать, чем потом 2 часа этим страдать, ходить там палочкой поднимать, эти ремни поправлять, все такое, и ну его, я лучше сделаю это на улице, и все это будет для меня лучше и быстрее, поэтому все, я пошел работать, а вы можете смотреть.
Ну что, друзья, не показывал, как замотался, там камера села. В общем-то, был сильный ветер, куча стрэп накинул наверх, потому что все сдувало. А сейчас вот, блин, перед самым, наверное, 2 мили оставалось, пришлось сильно в тормоз нажать. Все из-за того, что потому что один водитель, блядь, влазит куда не надо. Видишь, автонулся, лот, поехал. Хотя тремя стрэпами спереди пачка привязана, но видите, все равно какая сила потянула ее. Надеюсь, что все цело, что не полопало. Вот, выгружаемся, уже звонят со следующего груза. Приходится приврать, сказать, что полчаса и все готово. Сейчас что-нибудь решим. Здесь будут выгружать через рампу, будут просто выезжать кара и на землю может поснимать, потом выгрузить, не знаю. Выгрузился. Час 20 заняло вместе с собиранием своих вещей и всего. Так, что-то я на телефоне адрес вел, тут не вел. Разгрузили. Тут как? Сначала типа снимаешься, идешь опять, и потом они типа такие: окей, мы тебя выгрузим сейчас. Там у них рампа открыта. Просто выехал дядька, поразгружал. То, что я переживал на самом деле, что немножко там нижние пачки сдвигались, и сейчас скажут: блин, вот это. Он, конечно, снимал правильно, не спереди, а сначала, чтобы там куда съехало вперед, то есть она бы там не цепляла бы друг за друга, за пачку. Но последнюю, которая уже близко к кабине, он там последняя плита очень где-то на сантиметров 15 отставала от основных всех плит, и он ее сломал в одном месте. Не сдвинул пачку в сторону от той, что сломано. И, короче, когда он не мог за один раз поднять, он так поднимал, подтягивал, потому что она тяжелая, вилы короткие. И вот так. Ну ладно, ничего не сказал, он, походу, по-английски даже не разговаривает. Бай-бай, и все, короче. Что получилось? 575 миль от точки до точки вместе с пустыми заплатили 1300. Я говорю, на коротких милях хоть что-то платят, на длинных не хотят вообще платить. Сейчас едем забирать, походу будут рельсы. Я там был, и там у меня была отмена. Меня загрузили, потом вернули, выгрузили. Это Пуэбло. Сколько это? 2 часа ехать. Это за Колорадо Спрингс вниз. Ближе к Нью-Мехико ехать. Вот. Хочется, чтобы все получилось. Влад уже взял грузы аж до конца недели, аж до понедельника. Поэтому будем стараться все делать, чтобы все получилось. Будет, конечно, там выходной, потому что пчелами будут загружать не в пятницу, а в субботу. И поэтому, скорее всего, будем делать ступеньку. Я вчера был в Уолмарте. Вечером уже... Я когда еду сюда в Аврору, я знаю, где в Коммерсе можно стоять. Потому что, когда я возил коробки, я запомнил это место. Там Уолмарт рядом, прям 200 метров пешком пройтись. Но я на него не еду, там парковка нехорошая. Там понастреляли блоков, что, видимо, траками не заезжали. И я туда не еду. Я остановлюсь там рядом. Конечно, там знаки стоят, no parking, anytime. Но все равно. А чего он так смотрит на меня? У меня же поворот разрешен. Зеленая стрелочка горит. Вот. Сходил, купил головок под одну вторую, чтобы я мог большим своим гайковертом крутить. По 3/4 у меня есть ручной маленький, а вот мне нужно было именно под одну вторую. Купил, самых таких дешевеньких взял, простых, потому что в этом в Home Depot дороже. Ой, что-то я не сюда поехал даже, ё-моё. Ладно, заговорился. Вот, ничего страшного. Купил таких, все нормально. Прикрутим, сделаем, все будет окей. Сейчас едем загружаться. Я думаю, будут рельсы, там нужны брусы. Все сделаем, все будет окей.
что, я загрузился, только сел микрофон, не снимал вам. Загрузили рельсы? Рельсы. Загрузили рельсы, 42 700 весят, все хорошо положили. Красота. Грузился вот там, где кран, видите? Надо заехать было задом, тут просто заезжаешь так вперед, протягиваешь задом, сдаешь туда, отсоединяешь прицеп обязательно, отъезжаешь. Я за это время пятое колесо почистил, смазал, а они вот краном, таким огромным краном, там этот магнит, и кладут, и потом поправляют монтировкой. Вот. Много ремней понакидывал, 4 на нижний слой и, наверное, 8 на верхний. Так, 1, 2, 3, 4, 5, плюс 3, 8, да, много на верх накинул, и все, вот следующий дядька будет. Ничего сложного нету, все очень просто. Как видите, колесико вот смазалось. О, выдавливало. Повыдавливало снаружи. Вот мое творение. Не получилось высверлить, обломал сверло 3 восьмых, хорошее. Но будем менять всю детальку. Такс, поэтому все, выезжаем, едем, как называется, город прикольно, Каниполис, как-то так вот, в Канзас. А завтра пикап вообще будет рядышком, то есть Влад набрал мне грузов, главное везде успеть. Аж до конца недели, аж до понедельника у меня взял грузы, а сегодня у нас только еще среда, то есть понимаете как. Он молодец, главное мне везде поуспевать, все поделать. Вот. Поэтому этот груз будет дешевый, следующий будет хороший, средний будет средний. Поэтому все, отправляемся в дорогу. Погнали! Выгружают рельсы, ждал 2 часа, уже брокер другого груза написывает, когда будешь, то все. А это, я как понял, какая-то, наверное, шахта, потому что там трос стоит, и он так что-то там глубоко опускает вовнутрь. И тут вот куча-куча железной дороги, вагоны, поэтому они что-то тут строят, перестраивают, достраивают, там экскаватор что-то копает. И выгружают меня. Здесь снимают и туда возят. Документы подписаны, все готово, но еще, наверное, 2 раза ему осталось. И то он с трудом их сейчас забирает, потому что не может вилами подлезть. Что вышло с этим грузом? Он копеечный. Там вышло 560 миль за 800 долларов. Вообще не очень хорошо. Но Колорадо надо выехать. А вот сейчас вот следующий груз по хорошей ставке, но надо бы успеть за ним забрать, чтобы вся цепочка получилась. Поэтому сейчас мой диспетчер написывает брокеру, чтобы ничего не отменилось, чтобы мы приехали и загрузились. Поэтому как только сразу выезжаем. Еле-еле успел. Будут грузить такую пачку с металлическим сайдингом. 48 длина. 48 фитов длина. Да, все хорошо. Сейчас она поставится по центру. И все. Было написано забрать до 2. Я приехал в 2:20. Все нормально. С
Сказать, что устал, вообще ничего не сказать. Долго, 3 часа вместе с загрузкой все это произошло. Ровно он не положил по одной простой причине, что я поздно приехал, и он так скажет спасибо, что мы тебя еще загрузили. Так что какие-то ремни шли по низу. Ремень, наверное, 6. Ну, которые, видите, тут есть. Вот видите, там, и они скрыты. Держит внутри, остальные все поверху, потому что он высокий, будет паруситься. Плюс ступень спереди, ступень сзади. Хотя можно было избежать ступени, сделать только одну ступень сзади. Но я же повторюсь, что он не хотел этим заниматься, потому что я поздно приехал. Нужно было до 2, а я в 2:20 приехал. И все, так что просто балиберда. Здесь так лежат уголки металлические открытые, и сверху коробки, поэтому так вот прогнулось все, просто поверху закрепил, чтобы тарп не болтался. Здесь, резинки, здесь углы. В общем, отвратительная ерунда. Погнали. Ехать много. Надо отправляться, так что пожелайте мне удачи. Должен завтра его доставить. А иначе вся пирамидка с грузами порушится, потому что там уже дальше куча грузов уже Влад мне взял. Дальше не хочу рассказывать пока. Главное, чтобы все получилось. Поэтому погнали, ребятки. Доехал. Частный дом где-то вообще в поле строится. Там поле. Строит дом. Такой интересной формы. И вот, наверное, этот профнастил. Собственно, на него. Долго, час только раскрывал, все собирал. Осталось только 2 брезента пристегнуть. Остальное все собрано. Вот они с кайтраком выгружают потихонечку. 3 пачки только сняли. Дядька один стоит там сзади у меня за кабиной, помогает, а выгружает. Что вышло? 1126 миль за 2675. Вот такая цена за этот груз. Это было из... Откуда там? Из Миссури в Норд-Дакоту. Завтра в 7 вечера поедем загружаться пчелами. Сейчас вот я закончу. Пойду на трекстап отдыхать, спать. Завтра хочу там кое-что поделать. Буду снимать вам, показывать, что буду делать. И будем загружаться вечером пчелами. И повезем их уже потом в Техас. Уже все оговорено, все хорошо. Вопросов никаких нет. Так что поэтому вот так. Развернуться тут есть место. Сдам назад, объеду вот эту кучу и выеду. Вот. Решил... Пока в дороге не заниматься своими аккумуляторами, мало что пойдет не так, чтобы потом не застрять здесь и не попасть на деньги, как говорится. Лучше это дома сделать, когда машина стоит возле бордюра, и вдруг, если что случится, типа, ни груза нету, ни за грузом ехать не надо, и дома ты. Поэтому лучше-ка я перенесу это домой, когда приеду, сделаю. Все тогда, выгружаются эти грузы, и сразу же поедем отдыхать, и завтра будем заниматься делами. Так, ну что, друзья, помню, ты говорил, что буду на выходных снимать, что-то рассказывать, что-то делать, но, увы, я отравился, скушал какую-то не очень, видимо, свежую пиццу. Мне было очень-очень плохо. Я проспал субботу всю. Точнее, как, я не спал всю ночь, потому что было нехорошо. А сегодня воскресенье, пятницу. Отсыпался. Вечером стало плохо, всю ночь не спал. И вот сегодня суббота, спал полдня, валялся. И под вечер приехал загружаться пчелами. Красивый закат у нас вдалеке, обалденный. Как и говорил, у меня новый костюм. Полностью, видите, закрывает ноги. Там я уже застегнул ботинки по-другому, не поленился. То есть он длинный, и там резинки за ногу цепляются. Тут какие-то... это какие-то жуки черные. Этот костюм побольше, посвободней. То есть я могу изгибаться, и он хороший. Перчатки тоже большущие, по локоть. Ну, те были тоже, но там уже порвались, вот. И грузят меня уже пчелами. Я доехал в 7 часов вечера, постоял полчаса, и вот ребята привезли меня. За полчаса мы ехали, то есть в 8 вечера мы начинаем грузиться. Сейчас будет темнеть, они, видите, поменьше уже летают. Но тут они, наверное, пустые.
тут меда не будет. А, закрыто, зараза. А, не могу открыть, что-то закрыто. Закрытые ули. Как-то. Ну, видите, закрыты. Не могу открыть. Приклеены или что, без понятия. О, уже пчелы оккупировали камеру. Все, будет грузить, не знаю. Ну как, скорее всего, будет полная машина, как всегда. Но что-то мне кажется, что именно мне все это не влезет. Слишком много этого. О, видите, пчел и на камере ползает, и на мне ползает. Ладненько, будем грузиться. Все хорошо, я жив-здоров. Не поделал дела, которые хотел. Ну и что поделать, бывает всякое. Дымаремы их обходят, дымят, чтобы они залазили вовнутрь. Видите, они как там из домиков выползают, чтобы меньше они растерялись по дороге и погибли. Вот их обрабатывают как могут. Утро доброе, ребят. Что вчера было, это капец. Потолок высох. Я еще пока не видел. В общем, я вчера помогал. И когда заходил в машину, оказывается, на мне сели пчелы сюда, на шею. Просто на костюме сидели. Я зашел в машину. Начал раздеваться. Как начали они летать. Ой, я их потом умерщвлял, не знаю, минут 40-50 всех. Меня, конечно, тоже укусили за шею. Пойдемте собирать, на машину ложить. Всю нашу технику. Одну сетку вижу, вторая, наверное, с той стороны. Надо же все пособирать, это просто капец. Как брусы забрать, я не знаю. Вот все в пчелах. Вот домик еще один остался, последний. Последний я. Они живые. Короче, у меня никогда такого не было, чтобы пчелы сели на мне просто кучкой. Вот как вот здесь вот примерно. Вот такой вот кучкой. Они сели на меня сзади и сидели. И все. И это просто... Вот так вот сказать. Вот так вот можно сказать. Эти пчелы какие-то, они супер активные, супер живучие какие-то, я не знаю. Я таких еще никогда не встречал и не перевозил. Но они тут все живые. Что с ними сделать? Как пособирать свою утварь все? Я вообще, короче, вам скажу, ребят. Это... А, вот сетка. Там они свернули ее. Там тоже целый рой пчел. О май гад, хочется сказать, да? Короче, вот так. Ужасно. Это прям, наверное, именно эта перевозка, это самая такая была у меня. За шею и за щеку укусили. Я сейчас опухну снова. Капец. А в шее, где лимфоузлы, то я не знаю. Ну, вроде нормально. Вышло с этим грузом 1370 миль с пустыми загруженными за 4300, я пока не знаю, потому что должны чек прислать на компанию. Ну вы посмотрите, там под колесами какой рой сидит. О! Видите? Как резинки позабирать, как что позабирать? Ну, это пчелы, я говорю, просто. Просто супер какие-то живучие. Я не знаю, я сейчас начну все шевелить. Они же потом опять на меня сядут. Я не знаю, как я потом... Ладно. А это они вот эту траву жгли.
внутрь засовывали в дымарь свой и жгли. Брусы. Ладно, давайте будем что-то делать, потому что если ныть, само ничего не соберется. Так, ну что, друзья, я немножко проснулся, уже доехал до следующего пикапа. Это уже будет в следующем ролике. Повезу вот такие трубы. Ролик заканчивается, пчел доставили, пчелы покусали, эти какие-то пчелы. Я поговорил с диспетчером, второй водитель, который вез, тоже сказал, что они какие-то другие. Я думаю, что это какая-то другая порода их. Они какие-то более живучие такие. Ну, обычно пчелы каждую ночь, когда я выгружался, спокойнее были. А эти прям ужасно. Я уже немножко так поприбирал в машине, но это было ужас. Что? Потолок. Потолок вроде отмыл я по горячему отмылся, потому что я их душил. Они на лампу летели, вот на эту вот, сверху которая. Я их там пришлось умерчвлять. Вот видите, там еще пчела лежит, вот здесь пчела лежит, здесь пчела лежит. Много-много их было вообще. И покусали, зараза, шея болит. Ах, ладно. Как говорят те, кто занимается пчеловодством, это полезно. Не знаю. Я бы предпочел, чтобы у меня этого не было. В общем и целом, всем спасибо, кто досмотрел. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Вы все большие молодцы. Всем большое спасибо. Всего доброго. Увидимся через неделю. Пока-пока.